Всем привет! В этом видео я собираюсь сделать полезное приспособление для своего старенького авто, которого мне очень не хватало прошлой зимой в сильные морозы. Как вы поняли из названия, это будет подогреватель дизельного топлива. Хотя проблем с пуском двигателя у меня особо не возникало, даже при минус 20, однако при такой температуре был риск заглохнуть в пути. Топливо в фильтре и трубопроводах густело, падали обороты, и только чудом я добирался до места. Тогда я решил сделать это простое приспособление, которое раз и навсегда, искренне надеюсь, избавит меня от этих проблем. Устройство будет представлять из себя теплообменник, встроенный в систему охлаждения двигателя, и выполнено оно будет по принципу труба в трубе, чтобы излишне не перегревать топливо. В общем, это будет автономная система, работает двигатель, греется топливо. Итак, я взял две подходящие трубы, главное, чтобы одна входила в другую, и между ними оставался зазор в несколько миллиметров. Именно там и будет циркулировать топливо, забирая тепло через стенку внутренней трубы, по которой в свою очередь будет проходить антифриз. Так как я использую металлические трубки, их желательно зачистить, чтобы мусор и ржавчина не попали в рабочие жидкости. Ну а дальше я решил воспользоваться токарным станком, чтобы выточить переходники под патрубки. Хотя можно было бы приварить обычные шайбы и трубки нужного диаметра. Но, конечно, со станком все получится аккуратнее. После я собрал все запчасти вместе и соединил их сваркой. А патрубки для входа и выхода топлива я решил приварить под таким углом, чтобы это напоминало улитку. Чтобы топливо при входе скользило между стенками трубок. Возможно, благодаря такому заданному углу оно будет двигаться вокруг трубки по спирали. Но это не точно. После сварки я решил зачистить все швы, и после того, как проверил все на герметичность, я решил покрасить эту гравицапу. Дальше предстояла установка теплообменника на авто, и к моему удивлению это заняло не более 20 минут. Чтобы не сливать антифриз двигателя, я пережал патрубки с трубцинами. Место установки было определено заранее. Это был обратный патрубок отопителя салона. А выход подогретого топлива сразу направлен в топливный фильтр. Так как в теплое время года подогрев топлива ни к чему, а перегрев ухудшает его смазочные свойства, при таком расположении его можно будет легко отключить, всего лишь переведя печку в холодное положение. Так что в итоге получилось автономное устройство с переключением зима-лето, без каких-либо проводов, реле и таймеров. Думаю, многие замечали, как жестко работают дизельные двигатели в холодное время года. Так вот, после установки подогревателя, двигатель стал работать заметно мягче. Топливный фильтр слегка теплый на ощупь, но я думаю, этого будет вполне достаточно. У меня пока нечем провести точные замеры всех температур, но если тебе интересно, я их обязательно сделаю, когда дождусь действительно серьезных морозов. А пока жду твоих комментариев и соображений по поводу такого устройства. Если видео понравилось, поделись им с друзьями. Подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся совсем скоро.